Добрый день, меня зовут Алевтина. Дело в том, что мы... Алевтина! Фифа! Дело в том, да слушайте, дело в том, что у нас очень дорогое заведение. Здесь публика просто невероятная. Файна! Файна, лакшери файна. Дети у них супер привередливые, и они видели в этом жизни все. Скажите, пожалуйста, что... Во-первых, как вас зовут? Как вас зовут? Вы зеленый. Максим. Отлично. Вас? Диана. Вас? Федор. Вас? Оля. Мила. Хорошо. Скажите, пожалуйста, какой у вас опыт работы, ребята? Многолетний. Феноменальный. Два дня. Вы из одной компании? Два... Хорошо. Новичок, значит, свеженько, еще есть энтузиазм. Вы из одной компании? Около. Ока, то есть, ага, понятно, понятно. Скажите, как вы будете развлекать детей? Вот я, молодой отпрыск, достаточно с дурным характером. Фонтан! Убедительно. Дальше. Да, дубинкой, тыщ, тыщ! Вы будете бить детей? Да. Вы же с ума сошли? Файтинг, файтинг, фаталити! Ну лучше их все-таки, вы знаете, все-таки им лучше не давать эти, ну, игры. Лучше... Фэнтези. Прямо в сердце, прямо в сердце. Хорошо. Еще, Оля. Опа! Фокусы! Вы будете показывать фокусы! Опа! Фонить. Вот хорошо. Что вы хотите сказать, как вы будете развлекать отпрыска, ну? Майнкрафт. Нет, я говорю, нельзя. И они и так сутками сидят в этих гаджетах. Операция «Окунь». Пластические этюды, да? Фильм. Хорошо, ребята. Молодцы, мне нравится. Но кто-то сейчас один из вас... Дело в том, что у нас три места в ресторане. Фуфлыжники! Фрайли! Фраер! Федор! Фарсос! Федор, вы что, ко мне пристаете? А, Фифочка! Нет, пожалуйста, я, конечно, одинокая женщина. Федор, сейчас будет на место. На место, Федор. Итак, контроль. Педагогический навык аниматора. Я отпрыск, у которого истерика. Еще секунду, и я пожалуюсь своей богатой мамочке. Поехали, успокойся меня. Дикий дикобраз. Мама! Душу! Не мимо, Олина. Деньги. Форсаж! Фиговый фильм. Неплохо, Федор. Может, монеточку? Отлично. Монеточку. Купишь ребенка. Монеточку. Но они и так богатые. О, духи Диор. О, это девочки, а мальчику? Духи... Мэнс. Фалос! Федор, пристаешь?